У нас жира больше, нам надо каких-то за счет жира сейчас запустить. Так, Е5 ты видел, да? Е5, стойте пока вот здесь. Если здесь что-то будет, короче, чтобы вы успели, если что, к нам на гору, или, либо вот это отрабатывать. То, слева, по НСТшке поехали. А, семерки центр. Все, хорошо. Забираем. Е5 также здесь пока остаетесь. И флешниками гору занимаем. Фокус. Аккуратно, стойте, принимайте, СТшки принимайте. ФВшниками просто въезжаем туда, ФВшниками. Въезжаем. Не отпускать никого. Е5, ДФ, Е100 тоже ДФ, они на базу начнут. Да, Е5 вот сюда уходи, еще один. То тупо ДФ. Гору занимаем, и дальше мы базу не возьмут. Тут вы тоже назад можете. 4 хп. Не. Пропустите базу, отошёт, не выпустите. 562. Гору забрали. Вот этих с тэшками с этими помогите. 4 танка. Нормально. Все, деф еще. На деф уходите танками. На русле бат. Мне один помогите. Две стэшки сюда. Остальные в базу все. А гору займите, из горы накидывайте. 400, добивай пятку, дать. Держись. Здесь за артой зайдешь, и дальше мы едем в захват с этими танками. Здесь флешники тоже сюда подъезжайте, сбивайте. У нас арта еще есть. Нормально. Арта не собьет, они за камнем как бы. Хорошо, ладно. Накрытие. Арту забираем. Вот этого в центре тоже будет забрать. Флешники сюда подъехали, чисто по захвату работают. Смотри, ребят, база, пацаны, запасы. Ну, назад, меня же бьют, блядь. Вот заднего, да, хорош. Смотри, убейте. Бат, спустите вниз, убей 6-2. Задний. Все, хорошо, нормально. Да, 3 танка берем базу, наша АД. Ебать, он до сих пор жив, да? Это пиздец. Блядь, мы... Я, блядь, в шоке. Да, ёп. Нормально. Дед тащит. Молодцы. Шапочка просто огонь. Сейчас я ему в личку напишу, командиру их ему. Он у нас командовал когда-то было. Да он у нас командовал. Мы с ним как бы знакомы маленько. Да нет, это как, чисто по-дружески. Не то, что там лошара туда-то.